Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы на информационном канале группы компании InstaForex, и с вами я, Екатерина Стихина. Американский доллар стабилизировался. Рынок ждет новостей из США, Китая. Аппетит к риску постепенно возвращается на рынок. Доллар США укрепился после того, как Дональд Трамп дал понять, что шанс на заключение торговой сделки с Китаем все еще есть. Торги по индексу доллара в азиатскую сессию проходили с умеренной активностью. Американская валюта по отношению к основным конкурентам стабилизировалась на отметке 97.53. Тема торговли остается в центре внимания, однако в среду трейдеры дополнительно сосредоточатся на экономических данных по Европе и США. Таким образом, они намерены определить, остались ли в прошлом худшие дни для мировой экономики. Наибольшую важность для рынка представляет отчет по розничным продажам в США. Подобная обстановка еще больше ослабила позиции австралийского доллара в связке с американской валютой. Пара достигла худшей отметки за 4 месяца, остановившись под занавес торгов на уровне 0.6928. Между тем, рынок слабо отреагировал на блок разочаровывающих данных из Китая, где промышленное производство в апреле выросло на 5.4% в годовом исчислении, и это после мартовского подъема на 8.5%. Эксперты не ожидали столь сильного замедления показателя. Аналогичная ситуация и с ежегодным ростом розничных продаж. Зафиксировано снижение до 7.2% с 8.7% в марте при прогнозном повышении на 8.6%. Похоже, Пекину необходимо развернуть дополнительные меры стимулирования для поддержки экономики. Пара доллар-иена слабо дорожала в азиатскую сессию, достигнув отметки 109.64. Несмотря на попытки восстановления, она по-прежнему остается под полным контролем продавцов. На движение курса доллар-иена сегодня могут повлиять данные США. Если потребительские расходы возрастут на 0.5% или еще более, то пару ждет ралли, которое, кстати, может упереться в отметку 110. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании InstaForex. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок.